Если нашел осенний строчок, можно вешать на гвоздь кузовок. Так наши предки говорили про этот замечательный гриб, строчок осенний. Если он попался в лесу, значит сезон по благородным грибам подошел к концу. Уникальный гриб, ребята, в своем роде, потому что в нем есть и целебные свойства, и яды в нем также присутствуют. В плане целебных свойств на основе спирта изготавливают настойку от суставов. Некоторые даже говорят, что исцеляет хрящевую ткань, восстанавливает. Но в плане ядов это кирометрины, метилгидразины, которые присутствуют в составе ракетного топлива. Можно очень сильно отравиться. Когда гриб поспел, он чует, когда какой-то дикий зверь, вот я в роли дикого зверя выступаю, если рядом иду, то он как облако выплевывает споры. Вот, сейчас я вставлю другой грибочек, этот уже старый, и он споры свои отдал.